Второй год Смоленская АЭС и администрация Десногорска проводят экологическую акцию. Совет руководителей города поддержал инициативу, выделив технику для уборки территории. В этом году очищалась от сухих веток, поломанных деревьев и мусора парковая зона между первым и вторым микрорайонами. 10 единиц техники – это погрузчики и самосвалы – были задействованы в работе. В субботнике участвуют организации, градообразующие организации, атомная станция, Атомтранс, ЭЦМ, ЭЛС, МУП, ККП, Никим-то там строй. Сами участники субботника считают, что все это на благо города и его жителей. На сегодняшний день мы занимаемся очисткой парковой зоны. От повалов, от веток, от бревен, от мусора. Я доволен, что тем более живу я вот напротив. Парковая зона, считаю, это моя. Мне я хожу, гуляю, в гости хожу. Мне нравится убирать город. Он будет чище, краше, город маленький. Все требует внимания, как видите, тут все запущено. Вот, будем стараться. У десногорцев акция вызвала живой отклик. Они также уверены в том, что принимать участие в наведении порядка в родном городе необходимо всем. Обязательно, конечно. Очень приятно ходить по чистому лесу. Я гуляю постоянно, несколько раз в день там. Мне очень нравится. Еще постригут сейчас, вот все. Будет совсем хорошо. Это обязательно и нужно. И чтобы это все береглось, все сохранялось. Это очень нужно. Федеральный проект «Комфортная городская среда» продолжает работать в Десногорске. Парковая зона между первым и вторым микрорайоном участвует у нас в программе формирования комфортной городской среды. На сегодняшний день разыграны аукционы и начаты работы по укладке плиточного покрытия и установке опор освещения. В данном мероприятии принимает участие большое количество жителей, организаций, совет руководителей и других организаций города. На сегодняшний день у нас идет укладка плитки, потом будет установка бордюров, установка малых архитектурных форм. И на деньги, которые у нас остались по экономии, по проведению аукционов, у нас еще будут рассмотрены вопросы по дополнительной укладке плитки и установке ограждений и также малых архитектурных форм. Это скамеек и урн. Каждую пятницу еженедельно департамент по строительству ЖКХ мы предоставляем фотоотчеты по реализации данного проекта. Поэтому это все на контроле в первую очередь и у администрации, и у жителей города, и также нас контролирует областная администрация. По инициативе градообразующего предприятия Смоленской АЭС и главы города Андрея Шубина при поддержке совета руководителей предприятия и организации оказывают ежегодную помощь дачникам в ликвидации стихийных свалок. 7 июня предприятиями и организациями города была выведена спецтехника для наведения порядка на территории деревни Кукуевка. В садоводческом товариществе «Десна» с 1 по 3 поля были очищены баки, вывезен весь крупногабаритный мусор, собраны поломанные деревья и ветки. В очистке местности принимали активное участие и сами дачники. Я считаю, что эта акция должна продолжать свою деятельность. Хотелось бы, конечно, чтобы и дальше так же было, чтобы чисто приятно было посмотреть. Все-таки это дача, это отдых, это дети. У владельцев дачных участков в Кукуевке акция вызвала только положительные эмоции и массу благодарностей. Я очень рада, что в этом году было намного меньше мусора, чем в прошлом году. Подобная акция продолжится и в следующем году. Ну а пока председатели товариществ просят жителей не оставлять на мусорной площадке крупногабаритные отходы.